2021 год – это год быка. Вот бык, что он для вас символизирует и где он находится? Я думаю, что он уже где-то возле, в районе моего подъезда, 100%, стоит, уже копытом делает вот так. Дожидается, да? Я думаю, что мы вряд ли сможем с ним дружить очень близко, потому что это очень крупное животное. Я очень люблю животных, но это очень большое животное. И я думаю, что ему так нравится все тащить на себе, что он точно вытянет все, что я не мог дотянуть, вытянуть, он это все вытянет, и дальше будет это очень четко, без каких-либо усилий, без тяготы, без грустного лица, будет все это тащить весь год до следующего года. Я, во всяком случае, на это очень надеюсь, и хотел бы это пожелать, кстати, всем тем, кто нас сейчас смотрит.